Вот мы приехали в Усть-Кюла, место для палаток. Сейчас я немножко проеду и покажу вам. Такой вот палаточный городок есть в Усть-Кюла. Все то же самое, что и в других местах. Также сделаны мангальчики, беседки, туалеты. Но единственный минус между кемпингом и Чудским озером — оживленная трасса, по которой ездит, на самом деле ездит очень много машин. Вот одна проехала, вот вторая. Тут постоянно ездят машины. И поэтому это место не очень удобное в этом плане. Вот. И сейчас еще не сезон, сейчас еще не разгар сезона, а вот смотрите, это был старый пансионат, или как это, раньше это зона отдыха, или пионерский лагерь, короче, в советское время было, а теперь это все дело заброшено и продается. Вот здесь вот коттеджики также сдавались раньше, можно было снять. Но на этом все. Кому было вот интересно, вот кто-то мне даже писал в комментариях, что снимите Усть-Кюла. Снимите Усть-Кюла, это вот палаточный городок. Пожалуйста, я вам снял, показал. Если кому-то что-то еще нужно будет показать, пишите. Мы обязательно, если мимо будем проезжать, обязательно это место снимем. Мы выложим вам видео, чтобы вы понимали, как выглядит то или иное место. Ну а теперь все, пока, до новых встреч. Пишите нам, не забывайте нас, мы обязательно будем. Да, мы обязательно, не забывайте нас, мы обязательно будем снимать для вас новые видео, выкладывать. До встречи.